Итак, всем привет, с вами Дабгай, и мы продолжаем играть за Resident Evil Европу с новым DLC КОК, а то есть King of Kings, конечно же. И мы смогли небольшую такую силу поднять, сможем теперь, я думаю, в этой серии добить Османа. Он такой очень ослабленный после войны с Венецией. Мы, конечно, только стали сильнее, потому что мы не потратили армии практически, мы только получили все новые земли, новых людей и новые деньги. И избавились немножко от плохих вещей. Теперь у нас баланс 8,6. С этим можно вполне себе вести тотальную войну. Так что если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем. Поехали. И слушайте, мне нравится наш генерал на осаду, но на бой, конечно, он не очень подходит. Давайте попробуем рольнуть себе еще одного генерала. 50. Да. Этот генерал однозначно спасет Византию. Прелесть. Кстати говоря, здесь у нас адмирал на хватку галер, что очень сильно. У нас еще можно взять вот это, плюс 20%. Я, наверное, не буду брать, потому что я буду максимум стараться вот эти корабли какие-то, знаете, различные атаковать. И что я могу сказать? Готовы ли мы нападать? Наверное, да? Какой у нас план? Нам, конечно, надо было бы взять Гелиболу, но учитывая, что у нас нету армии, вернее, флота, чтобы заблокировать пролив, это имеет очень мало смысла. Флот мы также вряд ли успеем достроить. Мы поэтому возьмем какой-нибудь Янья как цель войны. Здесь нету ни одного форта, который прикрыл бы эту провинцию. И будем потихоньку здесь набивать варскор. Поехали. И я сразу нажимаю зажигать профессионализм, чтобы получить побольше манпауэра. Потом, когда у нас уже выжжется весь, наймем себе еще и мерков. И смотрите-ка, ивентик, у нас начинается война. Мы получаем себе еще 5 мораль, либо стабильность. Ну, конечно, мы возьмем мораль. И здесь я возьму себе советника на мораль флота. Кстати говоря, у нас есть неплохие шансы победить. По крайней мере, я обязательно попробую. Я вижу, что, блин, здесь всего 8000. Конечно, в идеале было бы это все вайпнуть сейчас, но вряд ли получится, поэтому просто сиджим побыстрее все, что можем. А вот нам еще пушки, да. Рус Константинополь. Прямо дефенсивнес. И я полагаю, сейчас... Да, как раз время отступать. Мы нанесли некоторый урон Осману. Один корабль — это все еще плохо. И они сейчас потеряли ХП. Сейчас подчинимся и будем потихоньку пытаться победить на море. К примеру, вот видите, здесь стоят корабли. Этот флот куда-то уплывает в другую сторону. И вот мы вайпаем ему еще 2 корабля. Почему нет? Кстати говоря, нажимаем вот эту кнопочку из-за союза с Москвой. Просто так получаем 25 авторитета. И плюс отношений, плюс смотрите-ка. Реформа, я так понимаю, дает теперь, точнее, привилегия плюс 1 толерантность. Это приятно. И мы сейчас забатили вот сюда подраться, подняли уже мерков. Идем сейчас реинфорсить, скорее всего, не успеем, но битва на минусах для Османа должна быть для нас относительно выгодной. Идем дальше, оккупировать. После первой выигранной битвы он отступил. Сейчас будет душить нам Константинополь. Нам, конечно же, нужно оккупировать по максимуму, после чего там дать хороший бой. И забатили мы уже одну армию на драку и вайп. Прекрасно. Теперь нам нужно забайтить, уйти их, чтобы они ушли с осады. То есть мы делаем как? Мы байтим на битву и затем присоединяем армию к нашей основной армии и ее уводим. То есть таким образом, несмотря на то, что здесь будет замочек, мы все равно сможем уйти. И вот оно, о чем я и говорил. Соединяем армию сюда, и вот они уже ушли с осады. Хотя они совсем, ну в общем-то, идею вы поняли. И вот да, они, видите, на замке. Они оттуда точно уйдут. Теперь смотрим, здесь залочились еще ребята. Идем вайпать их. И традиции, кстати говоря, традиции нам сейчас очень подойдут. Кроме того, я бы, наверное, сейчас какую-нибудь Геную оскорбил. Получил бы себе еще плюс, конечно же, размер пипи своего, так сказать. И здесь также вайп. Прекрасно, иметь очень много морали. И мы наносим удар вот сюда, в Эдирне. Потому что, в принципе, наносить смысла вот сюда вот удара нету. И это вайп. Остался один стак всего Османа, это вся его армия, и у него только 4000 манпауэра. Возможно, он максимум поднимет еще мерков, но победа уже есть. И мы смогли подрезать еще на переходе вот здесь вот армию, вайпнуть. Прекрасно, я перед этим, конечно, замерил армию. Таким образом, у меня здесь вот нолики, здесь чуть-чуть. Я это делаю в первую очередь, чтобы форс-лимит наш уменьшался. Потому что, очевидно, мы не можем платить за весь сейчас. И что мы теперь делаем? Мы теперь... Становимся вот сюда и начинаем жесткую осаду, то что можем.
И помните, мы оставили человека у нас в армии. Теперь можем получить либо defensiveness, либо manpower. Слушайте, ну, manpower, конечно. И вот первая осада готова. Османтом уже собрал армию, успел даже к нам один раз сходить. Мы приняли простой бой достаточно. И я пока не уверен, как вообще взять здесь реформу. У нас есть система паранойи. Может быть, это полезно, может нет, пока еще не знаю. Наш флот, к сожалению, пока что не может победить Османа. Ну, если так чисто по числам, ну его да, его просто больше по всем категориям. Стоит, наверное, пробовать пока. Единственное, что меня напрягает, это, конечно же, ребелы вот здесь вот. В идеале было бы неплохо задушить, что мы можем попробовать успеть. К сожалению, не успели, они успели взять форт. А я, кстати, получил корку на вот эту провинцию по ивенту о православных. То есть, как-то воюешь со страной своей религии. Приятно. Хотя, я бы, наверное, делал реконквест просто за Болгарией, но теперь можно эту провинцию напрямую себе взять. И еще одна крепость пала. Прелесть. Ну и что мы хотим вообще в мирном договоре? Очевидно, деньги. Нам нужно... Ладно. Посмотрим еще день, конечно. Нам точно нужен выход к Сербии, это обязательно. Плюс нам желательно, конечно, взять крепости. Это тоже, я думаю, хорошо. Ставить их в столицу здесь, кстати говоря, тоже было бы неплохо. То есть, наверное, вот это наш такой минимум. Смотрите, что я вижу. Выставка от Османа. Он же не вернется отсюда. А. Отправляем сюда армию. А, да. Да, смотрите, куда он высадился. Ну, земля ухом, как говорится. Тут-то форт наш. Он теперь не должен быть. Может отступить. Единственное, да, конечно, он точно для нас стал. Сейчас придется не побегать, но недолго. Да, еще и мы в дефенсе, кстати. Я так понимаю, это... О, еще одна форка. Приятно. Понимаю, да, это... Нет, не вайп. Но сейчас будет вайп. Прелесть. Еще и... У нас рейс на снег. 2, 3, 5. Самый плохой. Конечно, нам надо получить комету. Опа, Осман начал что-то делать с флотом, это значит, что мы можем его перехватить и лишить Османа морского преимущества. Прелесть. Вот оно было, вот его и нет. А Польша напала на Осман по конквесту. Это немножко ухудшает нашу ситуацию, потому что я теперь обязан брать вот эти территории, чтобы Польша ничего не отобрала у Османа, очевидно. Это действительно грустно. Но она его попинает. Я заберу территорию, в теории она его просто потом будет пинать, потому что забрать она ничего не сможет. Еще мамлюки объявили войну Осману одновременно с этим. Да, не везет мальчику, но нам в этом плане везет. И, наверное, вот такой вот у нас будет выглядеть мир. Яня, раз можем еще взять провку, то возьмем еще и провку. И 1300 дней длилась эта осада. Мы наконец-таки ее закончили. Нам нужно добить как-то варскор. Но у нас еще... Да, у нас еще есть как ему подниматься. Усталость может Османа опускаться, так что да, добиваем. Смотрите, мы выключаем фортификации, включаем, да, включаем армию, и у нас плюс баланс даже. И всего 4 займа копейки. И смотрите, кто осмелел. Здесь Аккаюну, кстати, ребята и мешают нам замириться, если что. И в теории мы их вайпим, это нам поможет. И да, Осман наконец готов с нами мириться, 132. Я не вижу смысла дольше с ним воевать. Все-таки Польша, ну, не знаю, это не должна она просить. Говорит, давайте просто посмотрим, что Польша хочет. Да, Польша хочет просто эти территории. Это немножко ухудшит наши отношения с Польшей, но у нас есть Биг Дэдди, который нас, если что, немножко прикроет. Я думаю, союза с Москвой должно хватать. Хотя, конечно, Москва еще слабая. Но это такой небольшой наш гарант безопасности. Вам. И как будто займов и не было, ребята. 740 монет в казне. 9-й год, можно было бы, наверное, чуть побыстрее, но я считаю, мы это сделали очень выгодным путем и минимум ресурсов на это потратили, максимум получили. Прелесть. Ой, смотрите-ка, что мы можем сделать. Recovery of Greece, Дукаты, Manpower, еще пипи. Пипи это хорошо. Минус усталость и дипломатическая репутация. Это прекрасно. И я такой решил проверить. Блин, у нас много дипломатической репутации. У нас союз с Австрией сейчас будет. Это я удачно глянул. Ну слушайте, теперь Польша может только пойти покурить кальян с османами. Потому что мы теперь в абсолютной безопасности от Польши, я думаю. Кто еще там есть ревал у Польши? Кастилия, господи. На богеме ревал с Австрией, поэтому мы с ней уже не засоединимся. И два союза уже неплохо. Теперь нам надо побыстрее принять, конечно же, Ренессанс.
Это даст нам вот здесь вот гемы и неплохой буст по экономике. И, в принципе, это даст нам техи. Я не хочу переплачивать милку за 5 милтех. А мы идем на Сербию. Сербия нас еще и ревалом назвала. Я бы, кстати говоря, был бы тоже не против, но за 100 дипки не хочу. А эти ревалы никто не выпал. Я думаю, вот здесь вот форт можно просто удалить. На равнине особо преимуществ не дает. Другие форты мы там, я думаю, захватим себе получше. О, смотрите-ка, они хотят 30 сейлоров на фейворы. Господи. О, конечно. И нам надо убрать теперь вот это. У нас 8 домашних портов. Говоря, я так понимаю, домашние порты это именно со связью со столицей провинции. Кстати, можно было подержать на Devastation. Ну ладно, это уже поздно. Этот можно, кстати говоря, включить на Devastation, чтобы его убрать. И да, теперь мы можем это убрать. И я бы очень хотел это убрать, потому что это дает минус лояльность, дает плюс 200%, господи, строительство кораблей, а нам галеры нужны, нам нужно обязательно флот качать. Я хочу развиваться в Средиземном море. И, господи, уф, какой же у нас... Какая же мы супер Wi-Fi пипега сейчас. Просто посмотрите на это число. 5.55. Это все временные модификаторы, поэтому не пройдут. Но, господи, и турнамент, и все кнопки, и у нас 100 пипи, и у нас престиж большой. Просто дичь. Я думаю, не стесняемся и начинаем уже войну со Сербией. И мы сразу перехватываем ее армию, что супер приятно. Мы закончили здесь осаду. Идем помогать туда, пожалуй, хотя... Ну да, идем. Мы идем и освободим вот эту армию. Надо все-таки пойти вот это повайпать. Оставим здесь, наверное, давайте единичку и попробуем это сделать. И они сами себя закрыли. Объединяем армии и спокойненько. Идем их вайпать. Я думаю, вайпаем. У нас, господи, мораль. 5.3 против 3.2. Но это обязан быть вайп, иначе да. Иначе было бы смешно даже. Открываем все наконец-таки первые домики. Админки, кстати говоря, мне... Можно переставить фокус на админку, я думаю. Вполне. И да, время построить домики. У нас, благо, много что выгодно строится. Господи, даже Генуя начала уже душить османа. Ну, тем проще, потому что, опять-таки, Польша вряд ли что-то заберет. Мамлюк заберет, но мамлюка мы не боимся, мы его перескейлим. Генуя, ну, заберет, мы ее, пускай забирает, в общем-то. Она скоро выйдет из Сри, уже вышла. Это как бы кида. Только Венеция не будет... этим заниматься, но ладно. Венеция тоже не слишком страшный противник. И вайпаем здесь все. Берем легкие осады и... В общем, будем сейчас мириться. Скорее всего, этих ребят мы завассалим. Здесь разбрасываем все на осады. Мерки пускай у нас Чили осаждают. И да. Это будет нашим вассалом. Потом, наверное, Венгрию, я чувствую. Пойдем. И смотрите-ка, что нам теперь доступно. Новая реформа, византийская монархия. У нас сейчас стояла автократия, которая просто дала престиж. И очень интересно, что сейчас у нас будет. Во-первых, новая привилегия, продает толерантность, легитимность и минус 0.1 автономии за минус 1 ежегодного авторитета, что не супер приятно на самом деле. Но у нас есть как раз clerical ministers, который дает еще плюс 1, то есть как раз это компенсирует полностью. И минус 0.1 автономии это очень сильно, и еще и византийская монархия наша дает автономию, сепаратизм и стоимость конвертации. Вам очень-очень вкусно. Ну и, конечно, я ставлю этот модификатор. Это слишком сильно, чтобы это не ставить. И теперь мы можем супер на низких краунлендах сидеть. У нас автономия даже вот в войне, господи, минус 0.2 идет. В мире будет минус 0.25. Ну, понятно, с учетом всего получается... Всего лишь каких-то минус 0.1, но это уже много. О, импорт из Венгрии железа. Плюс милка. Которую я, да, сейчас спалю, видимо, но нет. Мы сделаем вот конем, как говорится. Вот такой. Здесь у нас появляется... Сейчас, нет, не появляется. Ну, или... Появляется, да. Танц. Мы его еще не можем принять. Только... Я подинвестировал, сейчас мы здесь в Марии получим. Вся Мария получила институт, не только одна провинция. Но то, что у нас не было, и то и нету. Ну что, сейчас получим здесь институт. Инвестировали туда милку, получим 5 тех. Без наценки. Ну, здесь, кстати говоря, мы можем сразу зафорсить нашу религию. Во-первых, добавить плюс одну православную страну, что всегда приятно. Самое главное, для 2000 эпохи у нас уже готово все. Смотрите, теперь мы что делаем? Продаем ленды. Потому что мы сейчас будем захватывать Сербию. И это нам, да, добавить чуть-чуть вроде лендов.
по идее. Да, у нас таким образом стало 7 с 3, и мы еще отнимаем их. И новые берем сразу тех, и нас уже кто-то не может считать ревалом своим, и мы становимся великой державой. Смотрите-ка, какой быстрый скачок сразу, а? Меня он устраивает. И да, Венгрия у нас немножко здесь странно начинает злиться на то, что мы так расширяемся. Но самое главное, чтобы Польша не слишком злилась. И у нас теперь есть квест, который дает нам минус 10 кор creation коста и 5 лет сепаратизма. Еще сверху стабильность и попасть на все... Да, перманентные клаймы. А, мы можем выбрать, что мы хотим. Слушайте, а, наверное, вот это мне интереснее, кстати. Все-таки автономия, лояльность. Либо же корки. Это очень вкусно, но 5 лет это тоже все еще нормально. Мне реально очень минус игра пригодится. И автономия тоже. И слушайте, не обязательно захватывать что-то в Венгрии, но повоевать с ней я точно хочу. По той простой причине, что у них очень маленькая армия, у них нету манпауэра. Они, видимо, отвоевали с кем-то. С Италией, с Богеем. А, с Богеем. Вот куда они отвоевали. А значит, с них можно как минимум сотрясти денег, а как максимум что-нибудь еще посмотрим. Поэтому, кстати говоря, консорт народа, вообще это неплохой ивентик. Обычно ты берешь на 58 лет, я думаю, он не так долго будет жить. По этой же причине я не пытаюсь рольнуть здесь что-то получше. Две админки, конечно, маловато. Но 58 лет, иначе мы будем сидеть вот с 1.1.3 вообще. То было бы грустно. Туда поехали, я вижу их армию. Начинаем сразу войну. Не ждем ничего. О, и фейс-ситинг, так сказать, у нас появляется в Константинополе. Плюс бабки. Смотрите-ка, турков выгнали из Западных Балкан. Не совсем, но ладно, 50 очков всех. Допустим, приятно. И пока не бегаю там и создают непонятно что. О, адмирал получили. Допустим. Мы пойдем просто создать всю Венгрию. Я подумал о том, что было бы неплохо Албанию съесть, а тут гарантия от Польши. Здорово. А еще... А еще произошло вот это. А, Польша реально освободила одну провинцию Сербии из османов и ее загарантила. Эх, приятно. Так, но это не те миры, так что ладно. О, да, это действительно забавно. Ну, слушайте, наверное, меня устроит нечто вот такое. Я не забираю слишком много, чтобы агру еще себе оставить. Забираю буквально здесь две венгерские провинции. Их национализирую, получаю бабки. Да, больше я особо и не могу взять. Это все мне уже не очень интересно. Вроде престижа можно что-то еще взять. Да, это оно. И вот мы пополним себе еще немножко казну. Кстати, у нас есть еще вот такой вот модификатор. Нам нужно иметь больше флот, чтобы себе трейд пауэр получить обратно. Потому что сейчас трейд пауэр уходит не мне, он вообще никому не ходит, он просто пропадает. А здесь куча трейд пауэра. Действительно куча. Надо с этим, я думаю, что-то сделать. Либо, понимаю, гены победить, либо делать флот больше, чем у гены. Трейд флот у нас... да. Да, считай еще. Надо как-то рёкнуть вот это вот. Посмотрите на эту мерзость просто польскую. Гарант сюда. Раз страна, два страна, три страна, четыре страна. У нее все эти плоты заняты только тем, чтобы насрать нам, Византии. Это действительно мерзость. Но, благо, я так понимаю... Да, есть на такую мерзость решение, как говорится. И благо, я уже заказал себе вот здесь вот замок. Хотя это займет некоторое время. Нам надо перед войной национализировать здесь все. Ставить здесь стейты, самое главное. И в золоте уменьшить автономию и подкачать это самое золото. А, и смотрите, пока я думал сейчас... Так, это... Два коррупции. Это неприятно вообще, но два манпауэра. Коррупция там многовато. Мы, кстати, могли бы вообще завассалить Албанию. Это, кстати, не такая плохая идея. Да. И да, только Албанию, кстати говоря, они дропнули. Ну, давайте так и сделаем. Это дешевле по агрессивке. И захватывать, получается, будем кого-то. А вот и цель на захват подъехала. Монтенегро. Гляньте нашу экономику. Как приятно смотреть. Уже 300 дева, считайте. Конечно, все пары, но это любой страной бывает. Уже 21 баланс. Конечно, 3 из них репарация, но тем не менее. И армия также уверенно растет. Прекрасно, это мы забрали. Еще и делали, кстати говоря, квестик на вот рынок.
Супер. Хотя не хватает все еще, чтобы убрать. Я думаю, стоит сделать, как это ввести монополии на текстиль, получить чуть-чуть лояльности. В среднем это должно нам потом помочь когда-то. И надо дождаться, пока все вот эти вот приколы пройдут. Ух, османов там, бизанка началась. Ну все, это, как говорится, пока. Ой, я нашел, как обойти прикол с... Да, с Польшей. Польша, видимо, убрала уже... А, Польша вообще уже убирала все гаранты, считайте. Прелесть. Кстати, да, там банкротство, они не зайдут. Ладно, берем союз с Албанией, вассалим ее и хватаем Сербию и Корфу. Кстати, мы можем нольшеринг сделать в рандомные страны. Это даст нам немножко денег. Почему бы, кстати говоря, и нет. Я думал Москве дать, но до Москвы я просто физически не достаюсь своим рейнджом. Бабки можно, да, получать. И, кстати, смотрите, можно теперь просить к ноль шеринг, что очень круто. И мы можем делать из вассалов пронояр, не знаю, как это правильно называется. Что это значит? Можем делать мы и может делать Римская империя. И да, мы можем ограниченное количество делать, допустим. Они не тратят дипломатические отношения, что неплохо. Они отнимают 5 Land Force лимита, что важно на самом деле. Дают 10% своего в ответ, manpower. Сами они получают себе кучу manpower, минус кучу стоимости. То есть они будут реально очень много иметь мужиков. С очень дешевой армией они не могут корить, админ эффективность. И мы не можем их, я так понимаю, просто так аннексировать. Мы должны отобрать у них право наследовать. И на смерти монарха мы его будем себе просто наследовать. Давайте попробуем сделать из Боснии, посмотрим, как это будет работать. И нам достаточно просто сделать больше, меньше, точнее, 15 Liberty Desire, и мы можем отобрать у них право наследовать. Круто. И да, получаем себе успешно вассала. Правда, кстати говоря, союз Требизона, потому что у нас не было на это слота. И да, Royal Marriage, что все еще занимается, вот что нужно... Не забывать и не делать его просто так. И я думаю, мы сделаем... А, вот, у нас теперь не хватает слотов на это все. Давайте тогда возьмем эту реформу. Поиграем с новой механикой, почему бы не попробовать. И сделаем их теперь этим новым типом субъекта. Нужно, кстати говоря, выбрать следующего ревала. Есть идея сделать мамлюков и пойти в них. Польшу я, очевидно, пока что идти не хочу. Есть вариант просто взять Венгрию, потому что это Венгрия бедная. Ее можно будет потом подоить. И я думаю, я выберу как раз таки Венгрию. Кто-нибудь из них отвалится. Мамлюков я пока что еще не хочу. И куда я хочу идти, конечно же, вот эти вот страны, которые взяли и повыделяли. Спасибо, не знаю, кто это, Польша был. Может, был мамлюк. В любом случае, теперь у нас есть здесь две профки, которые мы можем спокойно себе захватить, не воюя ни с кем большим. А еще мы берем милтех с инновациями. Надо же, до чего дожили уже, а? А еще я убираю вот эту вот реформу на инфлюенс, точнее, привилегию на инфлюенс, потому что надо потихоньку от инфлюенса начинать избавляться чуть заранее, по крайней мере, вот и сильно полезных кнопок. Очевидно, вот эта кнопка вообще нас супер душит. Блин, а еще посмотрите на их лидеров. 6-4-6, 6-4-6. Денег 2-6-3. Что у них с лидером? Я, то есть, меняю, у них меняется правитель, когда я делаю им такой статус. И правитель становится какой-то имбой дикой. Выглядит странненько, но они, кстати, да, не сильно молодые. В теории можно будет их всех потом поаннексить. Ой, у нас еще есть стрим в Греции. Да, возьмем у нас... Хотя можем чуть-чуть подкопить, вдруг у нас когда-то продишки попадут или престиж нужен будет. Пока что оставим на будущее. Эти кнопки тоже мне пока не сильно интересны. Это, конечно, круто. Можно здесь крепости поделать, но тоже крепости мне пока что не нужны. Деньги лучше покопить. Чуть не случилось ужасное. Мне показалось, что Австрия стала венгерским унятом, но нет. Да, Венгрия стала австрийским унятом, конечно же. Теперь из-за этого Австрия воюет с Польшей. Я думаю, в принципе, сил на стороне Австрии все-таки. Но императором стал Бранденбург. Я так понимаю, потому что здесь не было наследника вовремя. Забавно. Ой... Defensive Art. Да, и я так подумал, они же всех союзников призовут. Да, действительно, призвали. Их союзники — это я. А, кто-то еще хочет эти территории, да? А, можно узнать, кто? А, ну, конечно, Австрия хочет себе эти территории.
А ладно, давайте попробуем оккупировать их, поможем немножко, казуально. Как получится. Смотрите, что у нас теперь еще есть. Миссия. Плюс 50 рейд-пауэр в Константинополе. Апается у нас торговый рыночек. Потому что мы получили 40% рейд-пауэра в ноде. Это значит, что мы сможем после этой кнопки, скорее всего, избавиться от вот этого модификатора. И получаем еще минус 20 дефкоста, 15 трейд-пауэра сверху и 2 продакшена в Константинополе, потому что у нас уже и так второй левел трейда. И столько эксченж. То есть летаем в космос, так понимаю. Ой, смотрите-ка, скиною что-то тут. Не очень уверен я. Но это вроде не историческое, это что-то, видите, советники какие-то. Дружба с Генуей. Не смешите меня, вон. И да, мы получили 64%. Наконец-таки. Мы теряем 3 бейс-такса, 1 продакшн. Бам. Сколько теперь у нас будет здесь трейда? Давайте посмотрим. Не так много, как я думал. Но все еще приятно. Все еще приятно, и опять-таки 10 монет с трейда, уже 30 монет у нас доход. Это хороший рост. Можем еще вот так сделать и получать будем еще чуть больше. Говоря, Венеция в войне находится. Не самый приятный, как я понял, для себя. Ну, они побеждают, но ресурсы потратят. Это значит, что мы можем где-то воспользоваться этим и повоевать с Неаполем, я полагаю. Да. Либо с Геной. Варианта. Либо с Геной, а потом с Неаполем. Это возможности. Наверное, Генуя выглядит интереснее. И даже османы уже стали невалидным ривалом. Из-за чего эмбарго спадает, что плохо, но я думаю, они еще могут становиться, хотя шансы, конечно, уже не очень большие. И пока мы тут воевали, у нас сменился Базилевс, пока что у нас регент. Ну, как есть. С нами хочет союз Новгород и Черкесия. Увы, пожалуй, нет. Черкесия, кстати говоря, не самый плохой вариант, но, наверное, тоже нет. И слушайте, я могу замириться с Польшей. Это немножко разозлит Австрию. Но я получу за это денег очень много. Австрия, по ощущениям, все еще должна быть с нами в союзе. Мы еще на всякий случай, конечно, улучшим с ними отношения. Там один брак закинем. Хотя Австрия, замечу, уже не такая сильная, потому что она не император. Но у нее все еще есть Венгрия. Теперь и она сама все еще такая булочка неплохая, с корицей, скажем. И да. Теперь мамлюки. И я полагаю, впрочем, что осман уже вряд ли когда-либо залезет ко мне в ревалы. Так, построители, теперь все. Немножко у нас с форс-лимитом казуальные проблемы. Потому что у нас мы подавали часть наших фрослимистов. Но сейчас автономия, по-моему, уменьшается, и станет нормально. Я здесь не хочу нажимать минус автономию, потому что мы вроде как не взрываемся. А если нажму, то будем взрываться. Сейчас оно уходит по 0.25. Думаю, пора нам у Генуи забрать наши островки. Возможно, что-нибудь еще. Возможно, сюда тоже залезть от Генуи. То есть мы объявляем войну Генуи. Здесь у нас будет Венеция, Мантуя, Кипр, Сиена. Кстати говоря, захватить Кипр было бы тоже, наверное, неплохо. Чтобы не идти через мальков. Но посмотрим. В любом случае, с вами был АБ. Византия только-только поднимается, но она уже невероятно сильна, я бы сказал. Действительно хороша, по крайней мере. Так что обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твитчи, скоро будете, все редко, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.